Wait, Sasha, Sophie, said хуями крыть. Даже пер. Вас можно поздравить? Да. Поздравляем. Спасибо. Здравствуйте. Поздравляем. Да, спасибо. Спасибо. Вас тоже поздравляем. Всех. Да. Я еще фотографирую.
подходите, мы вам расскажем. Рассказывайте. Мы поступили только что в Московскую школу экономики. Буквально вот недавно. Всей нашей шайкой. Поздравляю. А что же вы делаете здесь? Здесь? Сегодня же вообще-то праздник, 1 сентября. Мы пришли на День знаний, на ярмарку. Послушать, как вещает садовничий. Мы же такие прилежные ученики, студенты все-таки. Похвально. Да. Поздравляю с вступлением. Спасибо вам большое. Отличных вам сколько? 10 сессий? Что? 10 сессий. Ну, где-то так. Ну, тогда отличных 10. Спасибо. Спасибо. Блин, какие вы все серьезные. Так мы же вам выучимся, мы не можем быть серьезными. Не сгори, вот так я. Это жарковато. Не загори. Красивый шат. Это палатка. Я напомню, что торжественный концерт культурного центра МГУ. Это, знаете, такой, ну, центр вроде слова говорит само за себя, но это сгусток культуры нашего МГУ, который на каждом мероприятии практически может быть еще больше. Так, правильно, поближе. Вопрос у нас гуманитарного кластера. Какой это факультет? ВМК, а вы? А, ну вот, самые технические факультеты как раз сейчас будут отвечать на самые гуманитарные вопросы, которые только могут быть. Не проходите мимо, вы сейчас будете в викторине. Так, первый вопрос, он такой, знаете, который я сейчас задам, он просто нас задержит. Бесполезные изобретения. Еще? Варианты? Накидывайте. Утешительный приз. Утешительный приз тем, кто Нобелевскую премию не выиграл, тебе с Нобелевской. Приходите, варианты действительно интересные. Не важно, какие у вас там знания, потому что тому, чего вас учат на лекции, конкретно изобретения. Можно сказать, что это бесполезные изобретения. Например, показывайте студак на входе и говорите, идут 35-ю. Если приходите в 35-ю, там буду я сидеть. Я снимаю. Вы снимаете? Я здесь снимаю золотых студентов.
видите, что у нас стоит из ножки немножко мелких нитей. Вот, и эти мелкие нити как раз можно хорошо рассмотреть. А что это, водоросль? Да, водоросль. Полумяльная, нитчатая водоросль. И да, при возбуждении другой длинной волны может меняться магия излучения конечно. Кусает. Миссия Намара. А на самом деле это технологический термин, как только солнце перестанет палить. А на ком он собирался? Препарировать. Понятно. Это не фильм «Третий Барбарок». Это не... Что там было про солнце? Про солнце, когда закончилось. Другой носитель черного бархата собирался жениться, как только солнце перестанет палить. Где ночь, наверное, ночь. Ура! Давай, давай, давай.
Коли случилось на мели остаться, студент не паникает головой. Он будет храбро воздухом питаться и плюс водопроводной водой. Что был хвостатым в прошлом человек, научный факт, а вовсе не поверил. Но хвост давно оставлен на деревьях, живет он на земле за веком век. И даже есть при двух и трех хвостах. Сейчас мы выведем на эту сцену таймер и будем все вместе ждать церемонию посвящения. Естественно, захотели это все повторить в лаборатории, и у них получилось. Вот. Ну, не бойтесь, она не горячая. Допустим, посещал школу Леодонин. Сумс, но не команд. Я на Черноморском побережье или в пансионате Солнечный в Абхазии. А если ты не хочешь ехать так, поздравляем! Тебя с радостью встретят в доме отдыха в Крыму. Добро пожаловать. Поскольку без получения специалистов, которые смогут дать, я хочу пожелать всем вам, кто учится, здоровья и пусть Новый год учебы принесет вам радость. Не буквально. Позвольте. Yeah.
начинаем торжественную церемонию посвящения. Традиционно собрание, посвященное празднованию Дня знаний в Московском университете, открывает торжественный внос реликвий Московского государственного университета. Это учредительная грамота и первый устав Императорского Московского университета.